одним из необычных представителей больших попугаев, которые были одомашнены, является кокоду. Эти пернатые полюбились многим из-за своего белоснежного оперения, необычной и в то же время забавной манеры приседать и кланяться. Кокоду Гофина является социальным животным. Особи, которая содержится в неволе, очень быстро привязывается к хозяину и требует определенного внимания. Поведение птицы можно охарактеризовать как активное, любознательное, игривое, а порой даже хвастливое. Эти пернатые очень любят играть и хвастаться новыми навыками. Однако доброжелательные птицы в период размножения часто становятся агрессивными. Кокоду Гофина хорошо уживается с детками, но во время игры необходимо четко следить за поведением как ребенка, так и попугая, ведь любое неосторожное действие со стороны ребенка может привести к серьезным последствиям. Для птицы это чревато неконтролируемым страхом и боязнью. Родиной попугаев Гофина являются Тинимбарские острова, которые расположены в Индонезии. Именно благодаря этим островам попугаи получили свое второе название – Тинимбарские кокоду. Эти пернатые были завезены в Сингапур и Пуэрто-Рико, а также на острова Каи. Такое переселение производилось в целях увеличения популяции данной птицы. Однако реальные последствия таких человеческих действий можно будет оценить только спустя несколько десятилетий. В дикой природе их можно встретить в тропических и субтропических лесах. Кроме того, данные пернатые полюбили оккультуренный ландшафт. Однако такая любовь наносит значительный урон сельскому хозяйству. Кокоду Гофина – это мелкие птички, которые по внешнему виду очень схожи с гологлазыми кокоду. Главным отличием между этими птичками являются их размеры. Длина тела самых крупных представителей этого подвида не превышает и 30 сантиметров. При этом другие подвиды по своим размерам могут достигнуть 60 сантиметров. Вес тела этой птички колеблется в пределах 300-400 грамм. Длительность жизни гофинов может варьироваться от 18 до 26 лет, а некоторые птицы могут доживать и до 35-40 лет. Кокоду Гофина – это представитель крупных домашних попугаев. Для содержания этой птицы в домашних условиях необходимо правильно подготовить место и разработать соответствующий рацион. Лучше всего для содержания данного вида в домашних условиях подойдет клетка-вольер, где птица сможет чувствовать себя свободно. В клетке или вольере необходимо установить кормушку и поилку, которые следует мыть ежедневно. Для поддержания активного образа жизни попугая необходимо также установить жердочки и игрушки. Хотя данная птица неприхотлива в еде, ее рацион должен быть максимально схож с естественным. Птичку лучше всего держать на диете с пониженным содержанием жиров, поэтому идеальный рацион должен содержать зерновые смеси для крупных попугаев – 50%, овощи – 40%, фрукты – 10%. Итак, если вы решили завести в качестве домашнего питомца попугая кокоду Гофина, то помните, что эти пернатые подходят для содержания в квартире и доме. Нуждаются в соответствующих условиях для проживания – клетки, игрушки, кормушки. Живут до 26 лет. Хорошо ладят с хозяином. В питании непривередливы. Благодарим за содействие в создании ролика «Экопарк Фельдмана». Зоопарк, контактный дворик, веселая анимация, обучающие экскурсионные и шоу-программы, развлечения для взрослых и детей, анималотерапия и многое другое. Контакты на экране.